Универсальный фрезерный станок с цифровым измерением PHV50PD предназначен для выполнения всех видов фрезерных и сверлильных работ. Универсальным он называется потому, что станок имеет два шпинделя – горизонтальный и вертикальный. Благодаря этому на станке возможно использовать практически любые фрезы – дисковые, угловые, концевые, фасонные, торцевые. В своем базовом оснащении станок имеет охлаждение, рабочее освещение, цанговый зажим МК-4, комплект цанг диаметром 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 мм. Переходные втулки МК-4, МК-3. Сверлильный патрон 16 на B18 плюс дорн МК-3 на B18. Дорны. Зажимной винт оснастки для обоих шпинделей. Две борштанги длиной 460 мм. Монтажные ключи. Для удобства работы оператора станок оснащен продольной и поперечной механической подачей. Продольное перемещение стола 380 мм. Поперечное перемещение стола 225 мм. Деление нониуса составляет 0,2. Рабочий стол размером 800 на 240 мм имеет Т-образный паз 14 мм. Контролировать измерения по трем осям X, Y, Z не составляет труда. Для этого служит специальный цифровой дисплей. Оба шпинделя станка имеют конус Морзе МК-4 и широкий диапазон оборотов. Вертикальный от 115 до 1750 оборотов в минуту, а горизонтальный от 60 до 1350 оборотов в минуту. Максимальный диаметр горизонтального фрезерования 100 мм, вертикального 25 мм. Жесткая конструкция обеспечивает высокое качество обработки стальных деталей, деталей из чугуна, цветных и других материалов почти во всех рабочих режимах. Универсальный фрезерный станок FHV50PD для профессионалов и умелых рук.